Зональное первенство округа по боксу проходит в Нефтеюганске уже около 5 лет. В этом году на ринг вышли 119 участников. Среди них местные спортсмены и ребята из соседних городов, а также любители бокса из Ханты-Мансийского, Сургутского и Нефтеюганского районов. Организаторы, в числе которых «Югра Мегаспорт», Федерация бокса «Югры», а также Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска, устроили для юных боксеров настоящий спортивный праздник. Ведь это необходимо для поднятия боевого духа ребят. Немалое значение перед выходом на ринг имеет и физическая подготовка, а также дисциплина и систематические тренировки. Перед соревнованием нужно сразу готовиться к бою и настраиваться на него. Работать на мешках, спаррингах. Есть сомнения, что не победишь или всегда выходишь настроен на победу? Иногда бывает страшно, иногда нет. Несмотря на свой юный возраст, участники воспринимают каждую победу и поражение как ценный опыт. Настрой был очень хорошим, но мой соперник был в несколько раз сильнее меня и хитрее. И из-за этого он одержал победу. Мне кажется, готовиться надо лучше. Подготовка. Тяжело в мучении, легко в бою. Данные соревнования – это не только возможность показать себя и попробовать свои силы. Победители примут участие в финальном первенстве округа. Зональное первенство округа – это у нас первый этап. Дальше у нас стартует финальное первенство Ханты-Мансийского автономного округа. А в дальнейшем там победители едут на первенство Уральского федерального округа, и это дает отбор на первенство России. Все участники, занявшие первое, второе и третье место в каждой весовой категории, по итогам соревнований традиционно были награждены медалями и дипломами. Юные боксеры пополнили свою копилку наград и в очередной раз доказали, что бокс – это спорт отважных.